Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова все на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет очень, пацаны, жесткое видео, потому что сегодня был пранк над игроками. И реально, мне кажется, то, что я переборщил, потому что я себе много позволил. Поэтому я и хочу извиниться перед игроками, если кто-то из них смотрит. Потому что я хочу сразу всех предупредить то, что администрация, она себя не ведет так, как я себя вел. Потому что я ютубер, я делаю контент, и мне приходилось немножко себя вести неправильно. Знаете то, что на родине хорошие админы, просто я ютубер, который себя некрасиво повел, как бы все ради контента делал. И вы сейчас посмотрите, что из этого получилось. Я надеюсь, то, что вам понравилось это видео, но реально было жестко. Было жестко, пацаны. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Опача! Так, сейчас будем прикалываться. Понимаю, сейчас будет интересно. Вон его машина висит в воздухе, смотрите. Пацаны не понимают, что происходит. Ты дурак, нахуй, кто там? Это стопудово Богдан. Админ пизде заебал. Блять, ебаный шашлык. Это стопудово Богдан, больше так никто нахуй не будет. По-любому, ебать. По-любому, Богдан. Так, давайте ждем. Сейчас мы триерим вот и пехнем. Просто машина в этом стоит. В тюрьме. Я за ним просто машину тпхаю. Блин, немножко шрит, конечно, рекон. Нормально так прикалываюсь, да? Не понял. Такой, не понял. Это как? Ваха-ха-ха-ха. Пацан чисто орет такой. Давайте. Так, он сейчас будет ехать. Бля, рекон, пожалуйста, не выделывайся. Пожалуйста. Веди себя адекватно. В смысле? Он просто сейчас будет уезжать, да, от нее? Он не понимает, что происходит просто. Валяется от смеха. Пацанчику надо вид, валяется от смеха. Хопа. Привет, а я тебя знаю. Чисто машинка такая. Блин, я не знаю, как можно еще приколоться с полиции. Но сейчас будем таким методом прикалываться, потом, может быть, что-то еще придумаю. Он пишет репорт, помогите, меня машина преследует. Чекайте. Давайте ничего не будем делать, просто будем ждать. Так, вроде бы админ уже за ним не спекает. Так, давайте сюда тпхаем ее. Это сильно, конечно. Отстань, говорит, отстань. Вот у него реакция, кстати, нормальная такая, интересная. Согласитесь? Не, ну пацаны, согласитесь, прикольная темка такая. Я чисто хочу с полицией поприкалываться. Может быть, еще с ФСБ. Но ФСБшники я смотрел, они сейчас все на АБ тусуются, поэтому с ними будет неинтересно. Покинул организацию по СЖ. Понимаю просто, на ровном месте взял и ревнул с организации. Я его обратно тпхнул просто. Чекайте, он сейчас будет пытаться уехать, а я его буду обратно тпхать. Посмотрим на его реакцию просто. Они могут открывать шлагбаум будет или нет? Или он так проедет? Покиньте территорию, говорит. Ой, блин, как это жестко нахер. Я его обратно тпхнул. Так он в стене застрял. Смотрите, он в стене там застрял. Так, сейчас. Арест 179. Он и рамахуй просто думает, ебать, уволился с работы, теперь какая-то херня происходит. Получается, полицейский забрал его мотоцикл, он не может его забрать обратно. Смотрите просто, чекайте, чекайте. Он уезжает, он тупо уезжает. Полицейский просто уехал, и все. Он не может свой мотоцикл забрать. Это реально очень жестко. Это прям очень сильно жестко. Смотрите, он его просто дразнит, понимаете? Просто по кругу катается и все. И не отдает ему мотоцикл. Блин, мне этого пацана очень жалко, кстати. Все, сори. Он думает, что это реально не специально. И вот и поехали сюда. И он просто извинился и уезжает. Какая дилда. О, да. Горник. Сука. Блядь, ебать, это жестко, нахуй, просто. Понимаете, полицейский по... как это, по офису едет на велосипеде с дилдой, понимаете? Это максимально жестко. Ай, блядь, жестко, нахуй, просто. Я, короче, ему гольфкар выдал. Смотрите. Ай, это жестко, нахуй, просто. Не, пацан понимает то, что я шучу, как бы, но не знает, что это я. Сейчас они охуеют. Ой, блядь, ебать, это жестко, нахуй. Я тупо катаюсь по офису. А фак, он здесь на КМ, смотри, сделал. Смотри, что он на сорокамере лупер. Вот я про это, ютубер-то я знаю. Он снимает, наверное, сейчас. Нет, лопер нет, там это, Полканов Шерекова, извиняюсь, если неправильно сказал. Хоть меня лопер, блядь! Я умру. Дураки.
ХП нету, да, он тупорылый. Тихо, ну не бивайте, ребят, подрались, А кто это сделал? Ай, блядь, упал, сука. Я, походу, еще забыл микрофон включить, когда снимал. Ебать я баран просто. Ха-ха, аптечки все выдал. Я не знаю, я случайно. Ля, какой. Ой, ай, ты, подожди, все равно пишется как вибратор. Понимаю. Вот это вибратор. Дайте мне столько же хп. Так гэм пропиши. А я не могу. Он не может. Он единичка. Я единичка. А. Хелдер маленький. Ну иди в жопу, сам таким же был. На похороны чистой войти. Засудят или что? Ну типа того. Ой, блядь. Сейчас на КМ начнется. Это пиздилка просто. Так, а что там дальше идет? Почему гранаты идут? Ебать, я думал, это не гранат. Алло, там люди помирают, ты что делаешь по Лукану? Я по одной гранате дал, так что нормально. Знаешь, у меня еще гранат осталось. Молодой человек, вы вызвали врача? Я решил, короче, сделать то же самое, только уже на автобазаре. Здесь много людей, это пиздец. Пацаны, вот сейчас будет пиздец, реально. Просто смотрите, пишем команду, потом выбираем, получается, радиус, да, нам нужен. Давайте 100 метров. Я всем дилдаки выдал. Так, ну никто толком ничего не понял, я так понял, да? Но я всем выдал дилдаки, кто здесь есть. 53 человека здесь, я всем выдал дилдаки. Он думает, что это вертеть. Пацан думает, что это вертеть сделает. Я балдею просто. Ментовские палочки, блять. Опа, мент на меня газует. Палочка что-то флиртует. Видишь, какой у меня, ебать, мусорской дилдак. Вот нарушишь ты такое, а я такой, сюда. Сейчас отымею в жопку, блядь, этим дилдаком.